Всем привет! Вчера вечером наварила красоты. Сейчас повезу это все в магазин. Пару минут осталось до троллейбуса, поэтому выхожу. Автобус уже на соседней остановке. Капец, я бежала, но успела. Сейчас осталось немного. Так бы пришлось на кольцо идти. Я еле эту банку нашла, куда я складываю свечи. Потом вспомнила, что я же в ней жасмин сушила. Как раз сейчас автобус будет тут стоять на перекрестке, я подойду на остановку. Фух. Вот так вот и живем. Я что-то думала, 9:30, думаю, ладно, я понемножку, так потихонечку собираться буду. Ага, без 10:10. И в 10:11 этот троллейбус. Так что все, поехали в магазин, несу шкатулку с шариком, шкатулку-книгу, три ладошки. На новый лад покрашено. И 12 свечей. Так что сегодня вон выходное, воскресенье. Может и сегодня нифиговая часть уйдет у люди. Родители, наверное, выпускников или кого там. Выпускные же. А потом я поеду на Валдберис. Дениса какая-то воздуходувка, ветродуйка. Какая-то фигня приехала для компьютера. Выдувать пыль, короче, из компьютера и всяких труднодоступных мест. Вот. И мне еще держатели для фитиля приехали, еще что-то там, не знаю. Все, изделие отдала. Одна шкатулка со мной едет назад. Я ее просто поменяла местами. Вот, книжку сдала и три ладошки. Хотела ехать на Валдберис, потом думаю, ай, фигня, все равно завтра туда ехать, поэтому я уже не поеду. Там приехала Дениса, это воздуходувка, потерпит уже один день, ничего страшного. И в итоге, думаю, блин, поеду лучше делом каким-нибудь займусь, чем буду кататься. Транспорта нету. Поэтому вот. И только вышла с перехода вон под наш дом практически. Все, поедем домой. Ну все, я уже, короче, дома. Значит, сегодня снова у нас будут такие бутербродики. Я уже соскучилась по ним. Хлеб вот этот всегда мягкий, пипец. С икоркой. Вот. Денису пивас на выходном. Вот, вчера не купила, потому что, короче, нельзя было, выпускники же. Типа, и запрещено было 12 сарделек с сыром. И сегодня снова набрала вкусняшки. 3 с малиной каждому и 3 с манго. Ну и одну по дороге открыла. Это 4-я с манго. Вот, шкатулка одна со мной приехала. И, по-моему, больше ничего еще взяла. Хочу попробовать вот такое вот желе. Просто с кипятком размешиваешь, типа, и в холодильник. Ну вот, по чашкам разлить. Не знаю, получится, нет. Попробую сделать. И... 2 ролика. Все. Все. Денис сейчас начистил картошки. Вот, я натерла на терку и стою жарю. У нас уже 10 часов. Днем я ничего не снимала, потому что лила заготовки. Собственно, сейчас эту доску надо еще вынести отсюда. Очень много насушила. Очень много сделала изделий. Кс-кс-кс. Смотрите, где мой кот шастает. Капец. Ну и в итоге сначала заливала изделие, значит. После этого... О, пометил, короче, трубу. Все, классно, блин. Залила изделие, вынесла все сюда. Целая доска была заставлена. Потом легла, думаю, полежу, посплю. Легла, называется. Короче, это полдня работала. Ну и где-то, когда я проснулась, уже, наверное, часов около 5 было. Где-то с 3, наверное, до 5 я умудрилась поспать. Вот, приехали, кстати, еще кое-какие там товары. Ну, какие там отдушки, еще что-то там на Валдберис. Поэтому хорошо, что не ездила сегодня, съезжу завтра. Так, завтра у нас по плану, значит, посетить Лора. Это Денису надо, а я на прогревание. Мне еще осталось где-то, по-моему, 6 раз. Вот, схожу. А потом, скорее всего, вместе с ним поедем на Валдберис, заберем все вот эти вот, чтобы приезжают. И главное, я себе заказала бампер, блин, крышку заднюю на телефон, 2 заказала, чтобы выбрать какой-то один. В итоге приехал тот, который,
но насчет которого я уже так еще так подумываю, стоит, не стоит, а второй фиг знает где. Вот, ну, надеюсь, завтра он должен приехать. Если не приедет завтра, то послезавтра, фигня. Если уже, допустим, мы завтра явимся и чехол не придет, то тогда возьму себе два, и тот, и тот. Ну, в итоге посмотрим, как там что. Короче, после поликлиники надо на Wildberries. Вот, забрать эти все безделушки мои для работы. И много отдушек, больше, чем на 100 рублей, заказала еще на Wildberries, который тут у нас рядышком, около рынка. Поэтому, в принципе, я, если что, уже не поеду фиг знает куда, а просто около рынка у нас здесь буду ходить сюда, в этот пункт, хотя бы он ближе. Ну и мне хотя бы удалось за последние 3 дня нормально выспаться днем. Хотя бы как минимум днем. У нас тут, короче, банщики отдыхали. И вот я говорю, я слышу все шорохи, все звуки, все что угодно. Мои спят нормально. А я не могу, мне надо полная конкретная тишина. Я не знаю, как бы я жила в панельке, если честно. Но, наверное, сошла бы с ума, либо спала бы в берюшах. Берушах, берюшах, как они там правильно. Вот. И шум этот, это пипец. Тут иногда эти пожарные летают, милиция на мигалках, там гаишники и прочее. Поэтому капец. А мои спят хоть бы хны. Я, блин, не выспалась, потому что они тут это хорошенько так гуляли. И в основном тут на этой, на улице. И, короче, 2 суток они у нас тут тусили. Короче, с пятницы и по воскресенье. Ну вот, по сегодня, по 12 часов дня. Не, ну вы гляньте на него. Вообще офигел. Ну, чтобы вы понимали, блин. Дурень, куда залез. И в итоге сегодня Денис высыпался после работы, и я спала. Кс-кс-кс-кс. Все, спрятался за яблоню. Зато я рада, что очень-очень много заготовок я отлила. Вот, обещают дожди. Не знаю, конечно, правда-неправда, но на улице стало прохладно довольно-таки конкретно. Ну и, возможно, будут дожди, не знаю. Сейчас хочу пойти полить свою эту редиску. На днях, когда это вчера или позавчера, пару штук тут вырвало, но все равно не густо. Вот тут как-то, не знаю, очень плохо растет. А вот гороху вообще по барабану, где ему расти, растет нормально. Прополола на днях его была, и все. Поэтому вот, короче, осталось мне этот... Он по яблоне, кстати, слазит сейчас. Осталось мне, короче, полить редиску, пожарить картошку. Спать-то я еще пока не планирую ложиться, потому что хочу видосов смонтировать побольше. Вот. И надо полину помыть еще. Вот. Вот-вот-вот. Такие пироги. А так, ничего интересного. Сегодня обычный, просто такой полувыходной, полурабочий. А что тут, залил эти формы и все, и дальше как бы и делай, что хочешь. Минут 15 время свободное есть, но сохло просто пипец быстро. Подошла одна сторона сухая, фига себе, подошла вторая сторона, уже как бы это высохло, все это домой успеваю только заносить. Все, пожарила, значит, я картошку, сыром немножко посыпала, и эта картошка очень классная, со сметаной, прям обалденно. У нас сметаны банка была. Вот. У нас сегодня все поздно, мы мало что поели, первый раз в районе часа. Поэтому сегодня, собственно, и последний прием пищи. Нифига себе, ты, бля, скрипишь там дверями. Последний прием пищи, собственно. Вот, сейчас у нас 10:30, но мы спать ложиться будем где-то в районе 1:30-2, где-то так. Ну, я планирую видосы пойти смонтировать. Так что, кто кушает, всем приятного аппетита!